Еще раз, Собчак, сотрудница Путина, работает на Путина, всегда была. Я этого в 17-м году не понял, и мы в 16-17 не поняли, пустили ее, к сожалению, в дом, сделали ошибку. Да. Она всегда работала на Путина, она всегда работает на администрации президента. Я никогда не буду публично осуждать какие-либо его решения. То, что этот человек невероятно порядочно и принципиально поступил по отношению к моей семье в тот момент, когда моему отцу никто не помогал, и в тот момент, когда его предали все, и вот личный вклад Владимира Путина в жизнь моей семьи, жизнь моего отца, для меня важнее, чем вся российская политика вместе взятая. Может быть, это цинично звучит, но это правда так. А она работает по методичке, она работает на администрацию президента, вот, и она тихой цапой работает на Путина.